Жух! И всем привет, ребят! Вы на канале PewPixel, с вами как всегда Андрей, и сегодня мы распаковываем вот такие вот карточки Among Us. Это новая такая вот коллекция идет, Trading Cards Among Us. А также, ребята, если это видео набирает 1000 лайков в течение 24 часов, то я их обязательно разыграю, то что ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы погнали скорее смотреть, что же здесь будет. У нас есть такой листенок, есть такой чувачок с ножом, и также есть вот такой вот чувачок со шляпкой. Поехали смотреть, что это будет, ребяточки, поехали. Погнали с чувачка со шляпкой. Вау, ребят, смотрите, как я открыл. Вау, серебристый пакетик у меня в руках оказался. Ничего себе. Вот это прикол. Так, погнали смотреть, что же здесь будет. Йоу, ребята, что же это за карточки такие? Ух ты, какие они красивые. Йоу, ребят, смотрите, как они переливаются. Among Us, атака, defense и пятерочка. То есть можно играть двумя способами. То есть камень, ножницы, бумага и колодец во дворе. Раз, два, три. То есть с UEFA или UEFA, или что вы там говорите в этот момент. И также у нас атака и defense. То есть у кого карта будет посильнее по атаке и по defense, тот и победил, наверное, да? Окей, смотрим дальше. Ковбой со шляпкой, зеленый человечек, такой вот чувачок с рогами, типа козел. Далее у нас идет сырный чувачок, чувачок с туалетной бумагой на голове. Надо, чтобы она была здесь где-то, да? Окей, здесь у нас идет полицейский, который спешит на помощь, полицейский, который уже убивает. И чувачок, который любит тыквы кушать. В общем, ребят, вот такие вот у нас тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять карточек, ничего себе, я думал тут восемь. Везде по восемь карточек идет. Ну ладно, давайте смотреть дальше, что здесь идет. Надеюсь, у нас сегодня повторочки не повторятся. А если повторятся, то это будет дизлайк вот этим вот Among Us'ом. Ну, вообще они мне нравятся. Очень крутые карточки идут. С этой стороны, кстати, ребят, мы не пострелили, но они выглядят вот таким вот оригинальным способом, стандартным. Здесь тоже, здесь вот так вот отлично выглядит. И смотреть дальше. Кстати, что-то карточка была порвана. Вот такой сыром убийца, сырный убийца. Ха-ха. Такой вот чувачок указывает, типа, ну, шестерка, предатель такой, типа, это он, вот этот, это он, честно, ребят, честно, честное благородное слово, я забрал от вас этот нож. Мне вообще, ребят, только что позвонили, и я даже забыл, где я остановился и как-то сбился, но давайте, в общем, смотреть что-то заново. Получается, у нас здесь идет такой ковбой, вот эти чуваки, которые я показывал, да, вот этот чувак, этот бегущий чувак, вот такие вот все чуваки, которые сидят на, залипают на своих компьютерах и везде. Также у нас лисенок такой есть, и также у нас вот такой вот чувачок оставшийся. Вот такой вот прикольный, крутотецкий и классный. Да, все, вроде все. Так, кстати, сколько тут карточек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут восемь, там девять, ребят, серьезно, смотрите-ка. То есть, если их должно быть по 8 штук, то это означает, что их должно быть всего 16. Но у меня, оказывается, будет их 17. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17. Серьезно, ребят, вот это прикол. Я, получается, победитель по жизни, потому что тут идет 17 карточек. Вот это классно. Давайте здесь проверим, если тут будет 9, вообще должно быть 8 идти. Давайте посмотрим, где же тут пишется. Где же тут пишется? Тут где-то пишется, что тут должно именно 8 идти. Потому что всегда в таких пачках идет 8 штучек. Но 9 в первый раз в таком случае. В общем, ребят, давайте посмотрим. Если тут попадется 9, то значит должно быть 9. Значит, меня здесь надурили, там где 8. А если должно быть 8, то это вообще крутотецкие, ребят. Так, как же она тут открывается? Вот эти вот были, открылись очень легко. А вот это прям очень тяжело открывается. Придется задействовать свой ножичек. Вот так вот, бумс. Главное, карточки не порвамс. Вот такой вот чувачок какой-то непонятный. Что-то он такой, типа, стрелочка туда, и он бежит. Или это его уши, непонятно. Идем дальше. Второй с такими же ушами, только оранжевый. Это был красный, это оранжевый. Теперь у нас фиолетовый. Повторка. В общем, ребят, вот такие вот у нас наклеечки, точнее, карточки были. У нас, получается, две повторки здесь. Это тоже идут повторки. Так. Сейчас мы разложим их все. Мы сейчас поймем, где повторки, а где нет. Так, вот тут вот как бы... Но это не считаю повторками, потому что все-таки разные цвета, а разные цвета это уже разные коллекшнс, ребят. Так, это вот сюда, это вот тоже сюда, вот эти разные идут, эти разные.
Так, их не будем. Эти тоже пускай идут красным. Это тоже разное, это разное, этот разный. Это тоже единственное, это единственный. Так, оранж джус цвет, вот сюда его. Вот этот вот чувак сюда. Вот эти вот повторочки две. Один сюда, один вот сюда. И вот тут нету повторок. В общем, ребята, у нас попалось сегодня здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 повторок идет, ребята, у нас 5 карточек и 5 повторок. Так, блин, мы же их не посчитали, сколько их должно идти. То есть у нас было сейчас 17. Если здесь 8 идет, то у нас получается 25 должно карточек. А если тут было 9, то получается 26 карточек. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 карточек. То есть, ребята, должно быть идти по 8 карточек. Но у меня, оказывается, и шло в одной пачке, которую первый открывал, целых 9 штук. Ребята, вот это победитель по жизни. Вот это победитель по жизни. И также вы можете стать победителями по жизни. Если вы это видео набирает 1000 лайков в течение 24 часов, я эти карточки обязательно разыграю. А также, если вам нравится, то их обязательно буду продолжать открывать дальше. Так что, ребята, ставьте лукасы, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а на этом все, ребята. Всем пока и до скорой встречи. Всем пока, ребята. Всем пока.